В пятницу текстильщик на выезде сыграл с Химками. Уже на 8-й минуте встречи хозяева поля открыли счет. Видимо, это сказалось на игре нашей команды. Первый тайм ивановцы провалили. Во втором красно-черные завладели преимуществом. Имели несколько возможностей сравнять счет, но не смогли реализовать их. А за 2 минуты до конца встречи ивановцы и вовсе потеряли надежду. Хозяева поля забили второй гол в наши ворота. Итог встречи 0-2. Не в пользу текстильщика. Прошел второй тайм, нужно было так начинать игру. Второй тайм добавили скорости движения, но мы забивали голы. Для того, чтобы выиграть игру, банальная фраза, надо забивать голы. Соперник свои моменты забил, мы не забили. Хорошая боевая игра. Текстильщик спустился на 9-ю строчку турнирной таблицы первенства. Это уже 5-е поражение команды в новом сезоне. Шансов на лидерство у красно-черных почти не осталось.